Жительница Каменска-Уральского через суд добилась путевки в детский сад для своего сына. Теперь ее ребенок, который был в очереди 269-м, в течение лета будет принят в дошкольное учреждение. Они мне дали гарантийное письмо того, что они мне дадут путевку в срок до 15 августа. В принципе, исковые требования мои так и звучали. То есть после вынесения решения по существу обязать управление образования создать свободное место в течение месяца. В успех судебного иска мало кто верил. Таких процессов в России пока немного. Заявление Юлии Майоровой стало всего четвертым в области. Однако подать в суд на управление образованием мамаша была вынуждена. Сидеть дома с малышом Юля не может себе позволить. Несмотря на то, что в очереди родители Ильи встали вовремя, имени мальчика в списках не оказалось. Теперь по решению суда ребенок в течение лета будет принят в дошкольное учреждение. Последовать примеру Юлии Майоровой готовы и другие мамы. Женщины уже обращались к ней за советом.